Всем большущий привет! Меня зовут Тоня, и вы на моем канале Верьемина. Сегодня я подготовила для вас необычную тренировку для плоского живота. Мы с вами все знаем, что чтобы сделать плоский живот, нужно соблюдать дефицит калорий. Это достигается с помощью питания и с помощью тренировок. Поэтому наша задача на эту тренировку – сжечь как можно больше калорий. Мы с вами будем чередовать активное упражнение, чтобы сжигать калории, и упражнение на пресс для того, чтобы проработать рельеф. Обязательно пишите в комментариях, что вам больше нравится – просто плоский живот или плоский живот с рельефом пресса. Пишите. А если вы хотите подтянуть не только руки, но и все тело, убрать жир на животе, сделать аккуратные, подтянутые, упругие ягодицы, убрать лишний жир и оформить красиво все тело, то приглашаю вас в мою программу «Идеальное тело за 6 недель». Там есть все, что нужно. Эффективнейшие тренировки на все проблемные области, много челленджей, много всего интересного и готовое меню с вкуснейшими и сытными ПП-рецептами. Переходите по ссылке в описании под видео и приобретайте мой курс на 6 недель. Итак, начинаем нашу тренировку с разминки. Приседания с касанием пятки. Раз, два, теперь сзади. Три, четыре. Продолжаем, разогреваемся, готовимся к нагрузкам. Итак, как вы уже поняли, мы с вами будем чередовать обычный бег и упражнения на пресс. Бег – это просто самое простое, что можно делать. Это жжет много калорий, заставляет нас двигаться, и в этом нет ничего сложного. Отлично, теперь ложимся вниз. Садимся, кисти к себе. Выполняем V-образные скручивания. Вдох, выдох, пресс напряжен. Продолжаем. Как вы поняли, мы с вами закончили разминку и перешли к основной тренировке. Отлично, встаем и побежали! Давайте, давайте, мы с вами будем так периодически садиться, вставать, садиться, вставать. А вы как хотели, чтобы сделать фигуру мечты, чтобы сжечь калории, нам нужно двигаться. Не бывает такого, что вы просто лежите на коврике, поднимаете ручку, ножку, вам легко и вы худеете. Нет, мы должны постоянно двигаться. Колени выше, выше, выше. Отлично, вниз. Упражнение велосипед. Руки за голову. Напрягаем пресс. Скручиваемся в одну сторону, в другую. Поясница прижата к полу. Давайте, напрягайте пресс. Не торопитесь. Сконцентрируйтесь на работе мышц. Отлично, встаем, побежали. Давайте, давайте, вверх-вниз, работаем. Выше колени. Вот-вот наступит весна, а потом уже и лето. Вы готовы к этому лету? Вспомните, как жарко. Хочется носить короткие шорты, юбки. И все это будет обнажать ваше тело. Вы готовы его показать? Если нет, то давайте заниматься. Ложимся. Хлопок под коленом. Прижимаем поясницу к полу. Вытягиваем руки. Скручиваемся, выполняем хлопок. Пресс напряжен. Поясница всегда прижата к полу. Поднимайте вверх корпуса, скручивайтесь. Так у нас работают мышцы пресса. Отлично, встаем, побежали. Побежали, побежали, давайте.
Если вы не можете бегать, у вас, например, проблемы с коленями, с позвоночником, можно просто быстро ходить. Супер, опускаемся вниз, русский твист. Касаемся пола справа, слева, пресс напряжен. Если слишком легко, можно поднять ноги вверх. И еще чуть-чуть. Встали, молодцы, побежали. Жжем калории, не останавливаемся, как бы ни было тяжело, мы с вами должны довести дело до конца. Это никогда не бывает легко, все самое ценное в жизни достается через большой труд. Поэтому вы должны продолжать. Но следите за своим самочувствием, если темнеет в глазах, то обязательно нужно отдыхать. Супер! Опускаемся вниз. Скручивание к поднятым ногам. Ложимся, прижимаем поясницу к полу, ноги вверх, выполняем скручивание вверх. Пресс у нас всегда напряжен. Даже когда мы вот так вот растягиваемся, поясница все равно прижимается к полу. Супер, встали и побежали! Ну, давайте еще. Колени выше, выше, выше. Супер. Вниз, в боковую планку. Встаем. Можно делать в предплечье, если у вас слабые запястья. И выполняем нырок на выдохе. Вдох, выдох, скручиваемся, ныряем вниз. Чувствуем работу косых мышц живота. Не торопитесь, если бежать мы с вами торопимся, стараемся делать быстро, то когда качаем пресс, скорость нам не важна. Важно то, как мы чувствуем работу мышц. Встаем, побежали! Самое, нырки в боковой планке. Встаем в боковую планку, только в другую сторону. Вдох. Скручиваемся на выдохе, напрягаем пресс. Отлично, молодцы, встаем, побежали. Давайте, двигайтесь, быстрее. Еще бежим, даже не думайте сдаваться.
Это только голове кажется, что ой, так не хочется, так лень. Надо просто через это перешагнуть, берешь и делаешь. И уже на практике узнаешь, что твое тело гораздо сильнее, чем ты думал. И оно может многое. Прямо сейчас мы это доказываем. Отлично, вниз. Ложимся. Поясницу прижали, согнутые ноги, руки вверх, по диагонали, правая нога, левая рука, вытягиваем, возвращаем, пресс напряжен, поясница прижата, отлично, встаем, побежали! Кстати, не забывайте подписываться на мой запрещенный грамм и на мой телеграм. Там много крутой полезной информации, такой, которой нет на ютубе. Тренировки немного в другом формате, в том числе тренировки для зала. И, в конце концов, личное общение со мной. Поэтому заходите, подписывайтесь, буду очень рада вас там видеть. Супер, снова боковая планка, на предплечье, встаем, выполняем пружинку, вдох, выдох, вдох, выдох, расслабили мышцы, напрягли. Если очень тяжело боковые планки даются, можно делать немного с колен, у вас получается ближе точка упора и вам легче, но лучше делать полный вариант, если вы это можете. Отлично, встаем, побежали! Быстрей, быстрей, быстрей! Выше колени! Приготовились снова встать в боковую планку. Есть, поехали. Боковая планка в другую сторону, на предплечье, встали, вдох, выдох, пружинка. Почувствуйте работу своих мышц, как они сокращаются и выталкивают вас вверх. Проверяйте, чтобы локоть был примерно на уровне вашего плеча. Отлично, встаем, давайте, давайте, все тяжелее вставать, но мы сможем. Побежали. Продолжаем двигаться, все ради нашего тела мечты. Кстати, в марафоне похудения и в программе на 6 недель вас ждут еще более классные, интересные тренировки. Есть, ложимся на пол, прижали поясницу к полу, поднимаем ноги, можно положить руки под ягодицы, можно вот так вот, и затем опускаем ноги вниз до того момента, пока ваша поясница прижимается к полу. Поехали. Когда чувствуете, что поясница начала вот так вот отрываться, все, пресс больше не работает, работает поясница, а этого нам не нужно. Поэтому ровно до того момента, пока поясница прижата к полу. Есть! Встаем! Побежали! Давайте еще чуть-чуть, не сдаемся, продолжаем. Отлично, садимся на пол.
Ноги пошире, пресс напрягли, касаемся одной пятки, другой. Скручиваемся корпусом и напрягаем пресс. Чем дальше мы отклоняемся, тем больше напрягается пресс. Главное, отклоняйтесь с напряженным прессом. Не вот так вот, а наоборот, подкрутили таз. Еще. Держим свой стальной пресс. Отлично, встаем. Побежали, нам осталось совсем-совсем немножко. Мы справимся. Думайте о хорошем, о том, что вам нравится. О том, как светит солнышко на небе, как вы красивые идете в своем новом коротком платье. Такая красивая, глаз не оторвать. Представляете, мотивируйте себя, и тогда вы сможете все. Итак, опускаемся вниз, встаем на четвереньки. Далее выполняем планку «Медведь». Приподнимаем корпус вверх, напрягаем пресс. Далее на выдохе поднимаем таз вверх, пресс напрягаем. И расслабляемся, опускаемся вниз. Пола не касаемся. Давайте делаем. Отлично, встаем, бег. Последний раз. Давайте. Мы сможем. Кто сделает тренировку до конца, вы можете действительно себе медальку повесить на грудь, потому что вы большие умнички. Зовите подруг, мужей, жен, зовите всех, давайте заниматься вместе, это очень мотивирует. Последнее упражнение. Ложимся на пол, прижимаем поясницу к полу, выполняем скручивание, пресс напряжен, задерживаемся на 3 секунды. Раз, два, три, расслабляемся, поясницу не отрываем. Снова, раз, два, три, обратно. Напрягайте пресс прям изо всех сил сейчас, напрягайте, напрягайте. И не забывайте дышать. Есть! Отлично! Молодцы! Мы завершили нашу тренировку. Давайте похлопаем себе за старание. Вы просто умнички. Обязательно пишите в комментариях, как вам такой формат тренировки, понравился ли и делать ли еще таких тренировок. Мне будет очень интересно почитать. Итак, мы с вами только что выполнили потрясающую тренировку, хорошенько попотели, сожгли много калорий и хорошенько проработали наши мышцы живота для того, чтобы они были красивыми, рельефными и радовали нас своим внешним видом. Не забывайте соблюдать дефицит калорий, если вы хотите убрать лишний жир. Дефицит калорий – это не значит, что нужно отказываться от сладкого, мучного и все такое. Заходите на мой сайт, смотрите программу питания, программу на 6 недель, там подробно объясняют все принципы питания. Совершенно не нужно сидеть на диетах, мучить себя голодами и истязать. Давайте худеть комфортно и эффективно. Мы с вами встречаемся на следующих видео и пока!